Новые знания и возможности для работников культурных учреждений округа. В Нарьян-Маре прошел ежегодный семинар руководителей и специалистов культуры. Они посетили мастер-классы по режиссуре и театрализации массовых праздников, звукозаписи, хореографии и народной коми-песни. Ежегодную встречу культработников с преподавателями организовал этнокультурный центр. На протяжении недели они знакомятся с новинками в мире культурного досуга, работе с населением, пробуют себя в новых творческих направлениях. Например, в этом году на семинар приехала преподаватель из Архангельска по хореографии. Она рассказала, как работать творческим коллективом в сельских условиях. Здесь аудитория одна, один репертуар, естественно, ну, немножко приедается, надоедает. И, конечно, нужно разнообразие. Поэтому, в общем-то, наверное, надо немножко разные жанры. Но, с другой стороны, любой жанр требует профессионального владения и требует времени. Вот в этом, конечно, большая трудность.